С чем у нас ассоциируется приход весны? Многие ответят, что с прекрасным международным женским праздником 8 марта. И будут правы. Женщины, подобно солнечному весеннему дню, вносят в нашу жизнь тепло и радость. Подарком для жительниц Ленинского района стал красочный концерт, состоявшийся в кинотеатре «Искра». 8 марта – это праздник всех женщин, от маленьких девочек и до их бабушек. Каждая хочет чувствовать на себе внимание, заботу и, конечно, получать подарки. Это праздник, который пахнет весенними цветами, и настроение от этого становится еще лучше. Международный женский день – праздник, который ежегодно отмечается во всем мире. В России этот день впервые был отмечен в 1913 году в Санкт-Петербурге как популярное мероприятие западного общества. И только с 1966 года 8 марта стало в СССР государственным праздником и выходным днем. Теперь наши женщины не представляют жизни без этого дня, когда все внимание направлено исключительно на них. Я люблю этот праздник, он весенний, все женщины красивые, счастливые. Мне хочется им пожелать всего доброго, всего самого хорошего, чтобы в семьях было спокойно, чтобы в мире было спокойно. В четверг вечером зал кинотеатра «Искра» наполнился женской красотой. Наряженные, счастливые, с улыбками на лицах, с цветами в руках, жительницы Ленинского района посетили праздничный концерт в их честь. Вклад прекрасной половины человечества в развитие района неоценим. Эти женщины трудятся на производстве, в образовании, здравоохранении, культуре и искусстве, науке и спорте. Но главное, что они являются мамами нашего подрастающего поколения и вносят свою лепту в укрепление семейных устоев. Все в этот день было только для них. Выступления артистов, поздравления и пожелания. Но, как сказали сами женщины, все это они хотели бы получать на протяжении всего года. Думаю, да, можно заранее готовиться за неделю до 8 марта, неделю после. И, пожалуй, да, на протяжении всего года тоже пусть будут периодически такие хорошие недели с подарками. А чего еще хотят женщины? И что они сами бы себе пожелали? Нам, русским женщинам, женщинам нашего города, побольше счастья, удачи, внимания всех мужчин, всех возрастов, начиная с детского сада и кончая преклонным возрастом. Женщины могут бесконечно желать друг другу всего самого прекрасного. Но главные пожелания они хотят услышать в этот день, конечно, от мужчин. Я хочу поздравить всех женщин Ленинского нашего района с этим светлым весенним праздником. Пожелать вам счастья, радости, тепла и мира в домах, в семьях, чтобы все получалось. А мы, мужчины, будем очень стараться, чтобы вас не подвести. Пусть все пожелания, прозвучавшие на этом замечательном вечере в честь прекрасных дам, обязательно сбудутся. Константин Брылов, Евгений Садовский, «Видное ТВ».